Подмосковье запущен опрос учащихся детских ревизоров в школьной столовой о качестве питания. Это уже третье подобное мероприятие. В предыдущем участии приняли более 60 тысяч человек. Результаты были направлены в Министерство образования Московской области и Роспотребнадзор. Проведение опроса инициировала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова. Он размещен на школьном портале Московской области. Принять участие может каждый школьник до 24 февраля.